По поводу наброска. Скажу такие базовые вещи. По идее, не у каждого, кто хоть раз сталкивался с рисунком. Должны быть такие must-have. Итак, меряем общие пропорции высоты всей, ширины всей. Ну вот, например, рисуем сейчас чашечку вместе с вишнями. И у этой чашки вместе с вишнями смотрим, как соотносится вся максимальная ширина с высотой. То есть вот посередине примерно ширина вот максимальная, если брать ее без ручки, ко всей высоте до веточки, до самого верха, самой верхней веточки, вишенки, примерно поместится два раза. Я вот так сейчас смотрю. Да, приблизительно два раза. Ручку потом еще добавим отдельно. Итак, что я имею в виду? Вот смотрите, ширина нашей кружечки максимальная вот где-то здесь. Ну и получается снизу до верха у нас еще должно два раза поместиться таких ширин. Вот, это чтобы, смотрите, это чтобы у нас кружка была не огромная, не широкая, не худая, не толстая. Потом, затем... Вот можно черкануть эллипс легонечко, где он там у нас внизу заканчивается. Где он заканчивает у нас ту кружку. Вот справа стенка заканчивается где-то здесь. Как я это понял? Как я это нашел? Я соотнес вот эту величину с оставшейся величиной вверх. У меня примерно... Эта величина вверх помещается полтора раза еще. Направление вот это можно найти просто-напросто даже на глаз. Да, вот взяли карандашиком и перенесли. Вот с картинки взяли на картинке, посмотрели и перенесли себе на свою работу. Ну и опять же. Рисуем мы все-таки чашечку и вишни, если, знаете, там, если на пару миллиметров кто-то ошибется. Ну, не страшно, не критично. Если мы рисуем портрет и ошибемся на пару миллиметров, века, например, нарисуем выше или ниже, это может быть уже страшно. Есть. Что дальше у нас? Вишен не так уж и много. Сколько у нас получается? Вот тут группа из трех вишен. И здесь еще одна группа из четырех вишен. Так. Легонько-легонько себе отмечаю, чтобы потом не было сюрпризов. Ой, у меня не вместилось. Ой, у меня что-то там не получилось. Нарисовал четыре маленьких вишенки, и здесь большая дырка между ними. Сгруппировал. Тут 3, тут 4. Так надежнее. Угу. Что дальше? Ручка. Как нарисовать эту ручку? Ну, во-первых, по ширине, чтобы она была не очень узкая. Чтобы туда можно было вот как раз засунуть 3 или 4 даже пальца, чтобы туда помещались. Лучше всего тоже примерно посмотреть, сколько раз эта ширина ручки поместится в ширине всей кружечки. Чашечки, кружечки. Вот. Где-то столько. Внизу она заканчивается у нас, вот, не доходя до края. От кружки сначала такое резкое движение вверх. Потом плавно в сторону. И опять она вот так вот закругляясь, пошла опять к себе. До сих пор. Вот эта толщина металла, я ее сразу намечаю, пусть будет, потому что если мы ее проморгаем, потом будет тяжело выбирать, вытирать. Вот, прикрепили здесь, и вот эта площадка горизонтально этой ручки. Получается, сбоку мы ее больше не видим, только толщина.
У нас видна только толщина этой ручки. Тут у нас толщина, и вот еще горизонтальная площадка этой ручки. Вот сюда она спряталась. Сюда пошла и спряталась. Вишенки. Вот группа из трех уже у нас набросана. Мы знаем, где заканчивается эта группа из трех вишен. Справа, сверху, снизу. Ну, а дальше надо еще попробовать угадать между собой, как они соотносятся. Ну, вот, например, вот эта крупная одна вишенка, она занимает от всей высоты, ну, наверное, процентов 65 даже так. Такая же крупненькая, массивненькая. Ну, с нее и начнем. Вот. Есть одна, есть веточка, так интересно смотрит на нас. Да, что еще можно сказать по поводу некой пластичности? Можно ветки направлять по-своему. То есть, если там какое-то некрасивое пересечение крест-накрест, или прикасаются они друг до друга, ну, когда так впритык рядом стоят, иногда это может быть не совсем изящно, не совсем корректно, интересно. Можно сделать по-своему. Можно чуть-чуть в своем направлении задать движение. Ну, на свои личные ощущения, на свои эстетические ощущения. Так, вот у нас тут ямочка. Углубление вишенки. Так, ну здесь они прям как на витрине на нас смотрят. Хорошо, так и сделаем. Сразу блики. Их лучше не пропускать. Я еще рекомендую, когда будем смачивать, вот забегая наперед, скажу, когда будем смачивать вот пятно вишни, одной, двух, смачиваем и стараемся на блик не залазить. У нас тут блики такие контрастные, жесткие, от какого-то одного источника света, судя по всему, поэтому это надо передать, это надо показать. Не упустить. Скажем так, не упустить. Еще, еще, еще. Угу. Вот так интересно. Отсюда веточка вышла и вот к этой пришла. Соединяет две вишни. Тут у нас тоже внизу блик перетекает в рефлекс такой очень, очень яркий. Ну, достаточно. Можно еще вот здесь нарисовать одну веточку. Я считаю, хватит. Это может быть даже и не нужна. Вот здесь вот видите, вот ветка. Я от них умышленно отказался. Ну, потому что не хочу. Потому что считаю, это будет уже лишним. Будет, может быть, перевес, перегруз. Этих достаточно, они очень эффектно выступают, смотрятся, они похожи на себя, чтобы этого не было мусором и хламом. Так, готово. По поводу нижних, ну может быть даже, сейчас посмотрим, все четыре будем рисовать или нет, или три. Вот эти вот сейчас набросаем. Вот одна здесь, небольшое расстояние, еще одна.
видите, дорисовываете веточки вот аж до сих пор, чтобы было видно, что она у нас в ракурсе, эта вишенка. Чтобы понятно было, куда она вставляется. Вот под углом эта вишенка к нам. Здесь, получается, мы не видим, где вставляется веточка, а тут видим, тут она больше на нас смотрит своей серединкой. Не забывайте ветку рисовать не просто до края, а вот место крепления. Ну и все, вот одну дорисуем, и все, и хватит. Здесь можно, наверное, уже ничего не делать. Тут меня интересует вот этот блик на ободке. Я его сейчас уже нарисую, чтобы потом не забыть, не пропустить. Почему интересует? Ну, он эффектный. Он тут нам создаст материальность. Металл у нас вот по задачам будет стоять такая задача на написать металл, передать фактуру. Передать материальность. Вот как раз мы будем с этим разбираться, как передать. Есть. Вот это у нас еще одна, скажем так, на втором плане одна вишенка. Ну вот деликатно ее слегка и набросаем. Она будет очень мягко сидеть внутри. Эти на переднем плане, а это внутри. Вдали. Ну, граница стола, это уже по желанию. Я ее не планирую показывать. Это так. Примерно понимать, где у меня будет фон чуть темнее и чуть-чуть светлее. Примерно. То есть, примерно, докуда мне делать такую растяжку градиент. Светлее, темнее, еще темнее. Чтобы было вот ближе дальше. У нас получается свет отсюда, с переднего плана. И он у нас будет гаснуть вот тут. Светлее, темнее, 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 темнее. И такая заслоночка, задний фон. Постараемся написать все за один раз. Без лессировок. Обойдемся без лессировок. Может быть, что-то спишем в конце. Может быть. Ну вот, немножко забегай наперед. Тяжело писать металл по отдельности от фона. Мы можем побояться взять такой темный тон по краю. Вот как здесь, видите, вот обратите внимание, левый край чашки, он практически сливается. Он практически сливается. Сейчас зафиксирую палитру. Он почти сливается с фоном, и поэтому... Некоторые моменты мы можем дописать потом, когда у нас уже будет с чем списывать. Заранее вот всех пугать и говорить, что вот, посмотрите, какой левый темный край, правый у чашечки тоже темный край. Вы испугаетесь, делаете все темным, черным, может быть, перетемните даже, и потом в заложниках у этого края останетесь, и придется все остальное делать темнее. То есть чуть-чуть что-то дописать, влезть можно. Но постараемся все равно основное сделать за один раз. Так, ну, например, вот с центра и начнем. Что нам нравится? Вот помните, я говорил, не залазьте, пожалуйста, на блики. Вот с вот этой мы и начнем. Рефлекс я водой сейчас такой прохожу уже. А блик, вот он у меня не тронутый остается. Надеюсь, таким и останется. Пишем, предлагаю писать по мере затемнения. Для акварели это очень актуально. Так, конечно же, легче. Ну, что я имею в виду по мере затемнения? Вот у нас получается где-то возле веточки светлый участок. И вот тут блик холодный такой. Какой-то розово-фиолетовый. Розово-фиолетовый. И вот сейчас я с него и предлагаю начать. Может быть, даже не попаду с первого раза. Ничего страшного. Пробуем. Ну, может быть, даже как-то так он у нас и останется. Вот. И тут же. Вот в чем фишка, как бы? В чем вообще вся сложность? Чтобы
вишенка заблестела, нужно подойти к блику, к рефлексу правильным тоном, ну то есть темным тоном, чтобы появился этот блеск. Не подойдем нужным цветом и тоном к блику и рефлексу, блеска не будет. То есть на свои личные ощущения смотрим, нравится, не нравится, блестит, не блестит. Очень важно касание. Так, ну здесь она более красная, более такая бордовая. Очень темная, конечно же. Вот. Как-то так. Я так и предлагаю писать легко, без лессировок, сейчас без мучительных каких-то там наслоений. Миллионы. Просто пробуем сразу же попасть. Тоже эффектно, тоже красиво может быть. Не делаем фотографию. И сам себя напугал, и вас напугал. Рефлекс получился слишком светлым. Что сейчас делаем? Гасим его. Гасим, делаем темнее. Ну, а блик оставляем белым. Пусть он пока таким будет. Вот здесь, как я говорил, возле веточки светлый участок небольшой. Его лучше даже по-сырому вот так мягко пробрать, выбрать. Мягко, зачем так делать? Затем, чтобы плавный был переход, то есть она там округлая форма, вот за этим мы делаем с таким вот градиентом, растяжкой. Ну и что еще можно добавить? В принципе, она заложена, больше от нее можно ничего и не хотеть. Можно вот в глубине сделать тон немножко потемнее. Опять же, возможно, потом захочется сделать темнее, когда у нас появится темный фон, когда вот еще окружение темное появится, возможно. По-сырому попробуем добавить. Все, пока достаточно. Это была такая темная, более бордовая вишня. Это у нас будет больше красная, кадмий красный. Стараюсь обойти блики, не влезть, не залезть на них. Сразу же стараемся сделать ровный край на встрече с чашкой. Потому что это важно, у нас тут по краю блик пойдет по периметру вот этого ободка. Это важно будет. Так. Хорошо, можно вот еще по касанию одну тронуть. Тоже опять же смачиваем. Я как-то так привык все время смачивать пятно, к которому я приступаю, которое я пишу. Так проще вот плаве пустить. Например, если есть вопрос такой, зачем это делать? Не обязательно это делать, можно. Можно, по желанию. Бличок. Ой, рефлексик, точнее, бличок оставляем нетронутым. Рефлексик. Холодный такой тоже. Фиолетовый, немножко с фиолетовинкой. Очень темная серединка. Очень темная, очень большой контраст создает нам вот этому блику. Даже надо не пропустить момент.
Я еще что хочу сказать. У вас пока пятно сырое, которое вы пишете. Ну, например, вот пишем мою вишенку. Пока все вокруг влажно, можно править, можно писать, дописывать, переписывать, выбирать краску из бумаги. Ну, что я имею в виду, зачем я это сказал? Вот жестковат у нас, например, рефлекс с этой стороны. Что можно сделать? Взять его и немножко размыть с этой стороны. Чуть-чуть вот соединить вот этот цвет и тон рефлекса холодного нашего с общим пятном. С общим пятном вишни. С этой стороны тоже немножко света выбрать. Темные тона между вишнями, вот там в глубине, куда свет совсем не попадает. Я сейчас попробую поставить, но это даже не обязательно. Опять же, по той причине, что у нас нету фона, нету с чем сравнивать. Я их примерно так для себя поставлю. Скорее всего, я к ним еще буду возвращаться. Где-то затемнить захочется, где-то еще там подсписать, потому что эти жестко они встречаются между собой. Чтобы было как-то объемно реалистично, потом надо будет тоже их списать, чтобы вишенка вот так не вырезана была по контуру, по краю, а заворачивалась. Но это больше, знаете, такой психологический момент. Не хочу, чтобы тут была белая дырка, чтобы она сияла. Ну и плоское пятно совсем тоже не хочу делать. Так, легонечко трону. Сам понимаю, что я, скорее всего, не попал. Вот, пусть будет. Потом еще спишем. Потом еще допишем. Вот эти можно теперь заложить. Тоже у нас такая светлая, красная, прям такой кадмий. Бочок у нее, видите, темный, он с фоном очень мягко встречается. И сейчас тоже попробую, конечно, попасть в эту тональность. Потом уже все равно будет виднее, когда будет встречаться с фоном. Ну, так, пока так. Здесь немножко смягчить можно. Ну и вот, налез немножко на веточку. Можно выбрать. Готово.
Вот это лишнее интересное тут. Много рефлексов таких по форме. Здесь вот рефлекс. Серединка светлая. Это все надо показать. И не бойтесь, не стесняйтесь сделать тепло-холодные, такие активные, чтобы живо было. Ну, то есть, вот, очень холодный рефлекс. Тут вот очень холодный рефлекс, можно даже еще немножко будет потом его холоднить. Если будете бояться, и будут такие теплые рефлексы, теплые блики, розовые, робкие, то живо не будет. Это может быть, конечно, как вот для иллюстрации подойдет, для фут может быть иллюстрацией, но как живопись нет. В живописи, конечно же, должна быть теплохолодность. Если свет теплый, тень холодная, и наоборот. На каком этапе останавливаться, сами смотрите. Вот я сейчас так заложил, вишенка угадывается. Может быть, этого и хватит, смотрите. Может быть, здесь вот еще один мазок и достаточно. Смотрите, чтобы уже нравилось. Не обязательно все делать, как у меня. Не обязательно там сидеть долго еще там выписывать, прописывать. Вишня читается, этого достаточно. Вот еще одна эффектная, таким бликом сочным. Кстати, вот я сейчас попробую другой подход по сухому. Вот сейчас начну с самого темного места, чтобы у меня не расползлись ни блики, ни рефлексы. Немножко залез, ладно, потом будем проверить. Это я вот сейчас затемняю, наверняка из того, что я уже увидел. Вот недостаточно сочными мне показались вот эти вишни. Я решил еще темных добавить, сочнее сделать. Большую разницу тональную между бликом, рефлексом и тенью. Ну, сейчас это тоже вишенка явно отстает. Ну вот, не обязательно сейчас, ладно, сейчас уже вот как по-горячему, раз увидел, влезу. Немножко темнее я сделаю, тоже сочнее чуть-чуть. Вот не попал с первого раза, как-то промахнулся. Не получилось у меня этот тон угадать. Ну вот, думаю, как-то так. Это ближе уже будет.
Тут нужно аккуратно и получается рефлекс обвести, не залезть на него вот здесь вот какой-то намек в этом рефлексе на окно, что ли, потолок отражается еще. И веточка, на нее тоже надо постараться не залезть. Ну, самого это не всегда получается. Всегда, конечно, можно выбрать, царапнуть, но стараться надо сразу же. Не промахиваться. Так тут рефлексику, то, что я говорил. Пятно заложили, пока краска сырая, пигмент можно выбрать, он легко выбирается. Если что, это еще не все, это еще не конец, еще можно дописывать. Тоже. Если результат не устраивает кого-то, мы еще будем к ним возвращаться. Это еще не все, это вот предварительно их написали, проложили. Акценты расставляем, конечно же, потом. Вот. Можно сейчас тоже еще веточки тронуть. Ну, я вот их предлагаю взять такими очень светлыми, бледными, только, пожалуйста, не зеленым. Такой подвох. Кажется, что веточка зеленая, такое не должно быть стереотипное мышление. Вот в этой, например, больше желтого, чем зеленого. Так что мешаем. Может быть, нашу травяную зеленую с каким-то там кадмием средним желтым. Охрой желтой и так далее. Зеленый может где-то там проступать, буквально чуть-чуть на каких-то. Здесь вот вообще веточка так засвечена, такой бледно-бледно желтый. Слегка только вот тут зеленца появляется. И еще вот от этой веточки что нужно? Она вот на переднем плане, то, что на нас смотрит, она светлее. Углубляясь, удаляясь, она становится темнее. Если вы сделаете слева направо одинаковый тон, будет казаться плоской, вот в одно направление, чтобы она уходила от нас, чтобы было какое-то движение, мы ее должны затемнить, вот туда вот списать. И даже получается не страшно то, что немножко налез, то, что я налез вот этим вот красным, этот верхний, вот, чтобы она уходила. Веточка. Окончательно толщину искать. Я с запасом даже сейчас беру. Потом буду играться где-то толще, где-то тоньше. Окончательно уже потом, когда будем фоном подрезать. Тоже сейчас даже рекомендовал бы оставить их немножечко с запасом. Пусть они даже где-то будут такими бревнышками толстенькими. Вот сюда тоже веточка, чтобы отворачивалась, уходила вовнутрь, в глубину. Делаем ее темнее. Темнее здесь тоже. Тоже здесь чуть-чуть. Есть. Так, ну что, напишем эти нижние. И да, собственно, все. Можно, я считаю, уже будет приступать к металлу, к фону. Так, ну что. Вот с этой начнем, которая попроще. Она у нас просто таким шариком, овальчиком. Овальчик у нас такой. Вот. Два блика. Не устраивает меня то, как растекается пигмент.
Смочу сейчас и продолжу писать. Вот немножко сюда еще влаги добавлю. И продолжу писать. Такой темный бачок. Тоже можно краплачок взять и успокоить его какой-либо синий теплый. Можно немножко фиолетовинки, можно немножко любого теплого синего, ультрамаринового, например. Получается, яркий насыщенный цвет остается, если мы два теплых смешиваем, и более сложный, если мы добавляем холодный. То есть теплые и холодные при смешивании дают более уже спокойный цвет. Нельзя усложнить, успокоить, пригасить насыщенность двумя теплыми, либо же двумя холодными цветами. То есть, а тени как раз должны быть более приглушенными. Вот в тенях мы можем мешать и теплые, и холодные. Здесь оставляем блик, а дальше уже импровизируем, экспериментируем. Рефлексы добавляем по желанию. Тоже. Немножко посветлело, тут же по-горячему. Вот, кстати, да, еще такой совет хороший. Пока пятно не высохло, лучше, конечно же, его все время вот мониторить, следить за ним постоянно. То есть расслабляемся только после того, когда бумага уже сухая, влага вся вышла, и то, что осталось, нас устраивает. Только тогда можем расслабиться. Никакая бумага не гарантирует 100% вот результат того, чего вы хотите. Бумагу надо выбирать тоже непосредственно под себя. Меня вот пока устраивает хлопковая бумага. Есть вопросы, конечно, к насыщенности после высыхания. Иногда плохо выбирается, но зато плавное перетекание есть. Не коробит ее так, как целлюлозу. Тоже, я же говорю, нету единственного какого-то правильного решения. Это все индивидуально, выбирайте под себя, конечно же. Это у меня и с учениками в студии постоянные разговоры. Кому на какой бумаге писать. Ну вот, не устроило меня то, что оказалось. Дело немножко темнее. Вообще странно, наверное, пока смотрится. Нету теней никаких, нету окружения. Где-то может быть жестко, где-то вырезано. Еще, конечно, очень важно не забегать вперед и не расстраиваться раньше времени. То есть понимать, что это всего лишь этап. Потом будет лучше. Нельзя, конечно, судить, не закончив работу. Да, весьма странно смотрится вот сейчас. Без окружения, без каких-то теней падающих. Тем более, еще сами знаем, что мы не дописали. Еще будет продолжение, еще будут акценты, еще будут темные. Еще будем усложнять, утоньшать веточки. Может быть, тень, падающая на самой веточке, нужно будет
захочется показать. Ну, потому что она у нас не плоская, должна быть не ленточкой, а цилиндром. Маленьким, но цилиндром. А это тоже достигается только вот с светотенью. В общем, будем смотреть. Мы сейчас сами себе хозяева. По результату посмотрим. Ну, здесь тоже немножко затемним. Угу. Смотрю, конечно, наперед, думаю, придется еще темнить, темнить, темнить. И вот здесь вот собственные тени, и вот тут. Потому что фон хочется темный. Вот хочется сделать темный фон, так эффектнее будет. Вот здесь вот, как по мне, очень эффектно. Одна вишня сливается с другой тенями. Вот видите? Тень на дальней вишне плавно-плавно перетекает в тень на вот этой вот вишне, которая здесь вот ближе к нам. Вот. Это можно допускать. Тени с тенями, они как раз списываться могут. Чем мягче, тем лучше. Насколько уже списывать, это личное дело каждого. Но контрастными они между собой быть точно не должны. Иначе будет на передний план вырываться. Вот тень с тенью. Насколько захотели, настолько и списали. Вот тут у нас, например, будет блик. Вот тут у нас будут блики. Их сейчас видно не будет. Будет казаться, что у нас сейчас что-то идет не так, не нравится, может быть. Это нормально, не надо. Точнее, надо, даже вот так лучше сформулировать. Надо смотреть немножко наперед, стратегически наперед. Думать, мыслить и понимать, это этап, это процесс. Сейчас у меня кружечка, чашечка не материальная, не металлическая, потому что у меня нет достойного окружения, они у меня не блестят, эти блики. Вот и все. Напишем чашечку, фон, а потом уже будем все по отдельности рассматривать, дописывать, доводить до ума. Потому что я сейчас тоже делал маленький перерыв, там буквально там 2 минуты воду ходил, менял. Ну, недоволен, конечно, еще недоволен, ну и надо еще работать, надо писать. То есть еще не готово. Что нужно для металла? От чего зависит, похоже, не похоже, от чего у нас зависит металлический предмет, либо он не металлический? От попадания по тону. Вот примерно та же ситуация, как и с вишнями. Попадание по тону. Это значит, надо попасть в разницу, ну вот, например, с бликом, в тональную разницу. То есть, что светлее, что темнее. Как раз с этого и начинаю. Есть блик на ободке, вот тут. Это у меня будет как точка отсчета. Я сейчас пробую попасть в эту тональную разницу. Цвет. Ну, смотрите, какой цвет. Какой-то серо-голубой. Я вот мешаю синий с, ну, немножечко вот сепи, немножечко коричневого Марса. Опять же, у каждого свое восприятие цвета. Кто-то, может быть, увидит его больше синим, кто-то больше серым. Навязывать цвет я не хочу и прямо говорить, какие краски я сейчас смешиваю. Ну, вы и так видите. Какую-то сложную, какой-то пигмент из таких земляных, глиняных, какой-то один синий. Какой синий, даже нет смысла об этом говорить.
А что важно, так это попадание по тону. Вот, трону я здесь немножко, вот у меня блестит ободочек, слегка темную полосочку подсеку потом. Сейчас, не теряя времени, а то вот как-то даже бумага. Тут даже бумага такая, сухнет быстро. Мне нужно набрать, как-то вот видите, с полоски начал, заговорился, уже середина высохла. Хотя посередине это, наверное, даже и важнее место. Ну, тоже вот. Сейчас. Хочу проложить вот этот вот средний тон. Какой-то голубой. Какой-то серо-голубой. Что такое серо-голубой? Это уже каждый сам для себя решит. Я предлагаю усложнять вот сепии и какими-то вот коричневыми. Так, вправо, смотрите, темнеет, причем нехило так темнеет. То есть очень-очень темный край должен быть. А почему темный? Потому что металл состоит из рефлексов. Металл делают рефлексы. В нашем случае, вот посмотрите, фон темный. Рефлексы будут темные. Если вы побоитесь сделать такой темный, металла не будет. Будет все что угодно. Будет матовый стаканчик, еще что-то будет. Но металла не будет вот сразу. Сразу предупреждаю. И тут аналогично. Видите, да, так плавно вписываем, вплавляем вот этот цвет. Теперь уже с другой стороны. Цвет фона, влияние фона. Старайтесь красивый цвет подобрать. Вот это все богатство можно тоже попробовать передать. Отражаются вишни. Вот здесь. Вот. Это же все в процессе. Параллельно пытаюсь показать, передать. Вот, вот, вот и вот. А водочек добавим потом, темный подсечем, подрежем. Какая-то фактура. Сейчас она расплывется, растечется. Есть. Общий тон я заложил, меня он устраивает. Ну и цвет. Цвет тон заложил, меня он устраивает. По деталям я вот сейчас, возможно, более темного добавлю вниз. Потому что мне по тону, что вишни отраженные, что вот рефлексы вишен, что фон одинаковый по тону, хочу немножко их сделать разными. То есть вишенки, пускай вот эти вот отраженные будут у меня чуть-чуть светлее. Вдруг не угадал, опять же, вдруг что-то не понравится, я добавлю, сделаю темнее.
Я вот немножечко подниму пигмент из бумаги, допишу. Всегда можно как-то выкрутиться, дописать, и чтобы оно оставалось техничным. То есть не бойтесь, даже если где-то будет пролет по тону. Ну вот, например, много было воды. Может быть, кто-то еще проморгает, реки какие-нибудь нальет, будет здесь слишком светло. Ну, можно это все еще дописать, доправить. Так, это наш ободочек внизу. Угу. Здесь немножко вот так подсекаю. Середину я оставляю, это у меня будет блик. Цвет в блик добавляем позже. Есть. Вот там наверху будет большой широкий блик. Я его просто примерно обозначил, чтобы на потом иметь в виду. Угу. Спускаемся вниз. Бумага высохла. Можно уже аккуратненько, слегка вот этот попробовать приударить под ободком. Можно сделать еще немножко темнее внизу. Да и пока не высохла она до конца. Чуть-чуть посветлело. Для металла это характерно, большая такая разница между светом и тенью. Вот. Чуть-чуть. Да и здесь тоже как-то полысело, можно сейчас немножко набрать. Немножко. Когда вы пишете по сырому, дописываете по сырому, это никак не ущерб техничности. То есть, если кто переживает. Технично, плавно все перетекает по сырому. Ха, тоже по сырому. Смотрите, по сырому это все равно значит без луж. То есть, по сырому это больше даже вот хорошо бы так сформулировать по вогкому. По вогкой бумаге, а не по, не по лужам. Есть. Уже пока можно с этим уже согласиться. Ну и что? Фон. Фон, и сразу же возьмемся за детали, за заветки и так далее. Ну, пойдем сверху вниз, например. Сомневаюсь, что я успею быстро написать и вверх, и вниз. Тем более еще, когда говоришь. Поэтому вот так вот сверху вниз пойдем.
сделаю сначала одну часть, потом на них перейдем. На референсе, на фотографии цвет фона, он черный. Ну, даже лучше так сказать. Тон почти такой темный, в общем, он почти черный. Нам главное попасть в тон. Цвет мы делаем сами, задаем сами, как хотим. Я, конечно же, против черного. Давайте сделаем какой-нибудь сложно коричнево-фиолетовый. Ну, например, вот краски, пигменты, посмотрите. Ну, вот, наверное, на фотографии видно. Ну, вот они почти черные. Это не то, что там камера, может быть, чего-то не передает. Они в жизни. Я вот сейчас, если бы не знал, где какой цвет, очень легко можно перепутать там какую-нибудь бирюзу с фиолетовым, с коричневыми, с черным, тем более. То есть, по тону они очень похожи. Поэтому не стоит думать, что если я возьму фон, заложу не черная краска, а какой-нибудь там фиолетово-коричневый, он мне не получится темным. Он получится темным, просто меньше воды. Мы сейчас густенько уже краски и пигмент набираем. Меньше воды и больше пигмента. Тогда все получится. В общем, сейчас будем пробовать. Так, примерно так. Все смочили. Поехали, замешиваем. Будем пробовать. По чуть-чуть добавлять и коричневый, и сейчас чуть-чуть фиолетовинки. И немножко фиолетовинки. Мало покажется, можно добавить, например, еще какой-то бирюзы. Можно индиго попробовать. То есть, пробуйте. Я вижу фон более теплым. То есть, я сейчас буду пробовать меньше холодных, больше теплых. То есть, может быть, затемню немножко индиго. Еще добавлю. А вообще, я планирую вот мешать коричневые и фиолетовые. Может быть, немножко краплачка. У меня как раз на палитре был краплак. Вот еще затеплю им. Если кто-то видит больше через холодный, да, пожалуйста. Может быть, даже лучше получится. Надо, можно пробовать. Я увидел через теплый. Так. Пишем. И тоже, это не значит, что весь фон должен быть одинаковый. Можно сверху вниз, сделать растяжку, какое-то движение цвета. Может быть, так, какие-то детальки я кисточку меняю. И вот мне это все, конечно же, нужно не упустить, не пропустить. Я вот сейчас таким вот, такие мелочи, тонкой кистью попробую выполнить. Так. Опять как-то долго говорил, много говорил. Получается, уже сохнуть начала бумага так быстро. Тут у меня просто еще, может быть, свет дает температуру. Вот, у нас получается чашка, она... Чашка, которая, она же кружка, она вот практически списывается. Ну, то есть, что такое списывается? Она практически тает в фоне. Это хорошо бы сейчас вот передать. Вот именно сейчас это самое время. Я пишу фон и, может быть, даже фоном налезу на предмет. Так, я, может быть, иногда зависаю, иногда... Говорю странно, либо медленно. Это если какое-то такое пятно, которое надо быстро написать. Встречается. Так, ну ладно, вот так вот до низа дойдем. Пока, наверное, хватит.
Вот, как можно налезть на предмет фоном? А вот так. Беру водичкой практически и убираю границу. Вы делаете как хотите. Это ваша работа. Насколько кто не боится списать, потерять эту границу? Я ее не боюсь потерять вообще. Ну вот смотрите, что я делаю. Вот так. Практически ее нет. Можно было бы сделать немножко ее поконтрастнее. Можно сделать так, как я сделал. Единственное, точно говорю, чего делать нельзя, это тут вот резать жесткий край, чтобы резко встречалась наша чашка с фоном. Иначе будет плоско, не будет заворачиваться, не будет вот этого цилиндрического движения, как по цилиндру. Получается, вот этим вот краем она отворачивается больше к фону, и там она получает свой рефлекс извне. То есть все логично. И дописываем фон. Тут высохла бумага. Как-то немножко не по плану покоробила. Немножко даже не ожидал, что так будет. Хотя до этого все было нормально как-то. До этого несколько листов использовал такой бумаги. Такого не было. Вот даже с ней что-то происходит, я смачиваю ее сильно. Уже ведет. Фон внизу у нас немножко светлее. Цвет. Ну тоже какой-то вот из каких-то сложных коричневых. Только больше, наверное, фиолетового теперь сделаем и светлее. Сейчас можно попробовать еще фиолетовинки немножко. Светлее. Ой, ну что-то вообще как-то не нравится. Ничего себе. Ничего себе повело. Ладно, сейчас как-то выкрутим все. Там вот сзади еще потемнее, за ручкой. Темный тон. Нужно подсечь ее темным, очень темным тоном. Для усиления эффекта. Заложим фон полностью и сразу же, далеко не отходя от наших вишенок, положим падающие теньки. Фон можно не дописывать до самых краев. Как по мне, я считаю, главное по касаниям взять, к предметам подойти. А дальше уже по желанию. То есть, если вот как-то красиво получилось размыть этот фон, бросить его, свести на нет, почему бы и нет, можно и так оставить. Так, ну а здесь у нас сейчас надо будет аккуратненько обойти. Аккуратненько. Не залазим на веточки. Конечно, важно.
Вот. Натянь. Вот здесь у нас еще, кстати, за чашкой наша тоже темный тон. Кстати, вот здесь даже лучше, наверное, вот так вот, да. Вот наша. Здесь можно немножко подрезать. Так. Вот эту тень на ободке можно даже списать с фоном, чтобы она была почти незаметная. Такая еле-еле заметная. Так, тоже ускоряемся, потому что сейчас, если совсем высохнет фон, слишком жесткая тень будет по силуэту. Хотелось бы помягче сделать. А вот падающая тень сейчас с вишенкой жестко встречается. Ну, то есть, что я имею в виду жестко. Вот тут вот мягко, а тут жестко. Спишем. Это можно. Это даже лучше списать. Можно, кстати, и сейчас. Можно сейчас. Что я имею в виду? Сделать тут вот мягкий переход. Как я уже говорил, это вот мягкостью не испортишь. Вот когда жестко может быть вырезано, когда жестко встречается собственная тень не падающая, а когда мягко. Так, в принципе, человеческий глаз видит. В тенях все не контрастно. Тут у нас уже высохло. Вот, а со стороны света нашу вишню мы как раз можем даже и подрезать таким более темным тоном, поконтрастнее взять. Вот, а здесь подспишем. Еще даже немножко можно списать. Готово. Из последнего. Тут у нас осталось в ручке пустое место. Вот здесь вот не забываем, вот здесь не забываем блик, толщина металла. Не закрасьте, пожалуйста, не закрашиваем. Значит, потом или царапать ножом придется, или вымывать долго и нудно. Так, еще. Вот, подходим опять к кружке. Теперь уже с правой стороны. И опять следим, чтобы переход был очень-очень плавный. Вот буквально как здесь. Еле заметный.
Можно даже немножко вот этим фиолетовым налезть на нашу кружку. Вот так вот писать чуть-чуть. Еще. Еще больше. Продолговатый вертикальный рефлекс. И его можно вот так вот монет тоже. Теперь в эту сторону. Убрать и списать. Что будем делать теперь? А вот теперь мы будем смотреть на темные внутри вишен. Смотреть. Расставлять акценты, все проследить еще раз по периметру. Я имею в виду, где вишенка будет жестко с фоном встречаться, где наоборот, где она будет списываться. Вот это сейчас все просмотрим, каждую, буквально вот каждую. Ну и все, будем закругляться. Вот, например, отсюда хотелось бы начать. Самый пока сырой, пустой кусок. Что можно посмотреть? Вот здесь очень много жесткостей. То есть нам еще что нужно сделать? Нам еще нужно досписывать вот здесь вот дальний край ручки. Вот здесь вот с вишней он почти незаметно встречается. Там почти разница тонально не видно. Кстати, вот только сейчас увидел, посветлело у меня. Недоволен я этим. Внутри ручки я сейчас немножко еще хочу набрать, пока бумага полностью не высохла. Это можно сделать без проблем. Но я имею в виду, глухо смотреться не будет и грязно тоже смотреться не будет. По такому плохому еще пока полусырому должно быть все хорошо. Вот пока закрашивал темное пятно, увидел, что здесь у меня ручка слишком жесткая. Можно правый край, то есть дальний, вот этот ближайший к нам, а этот дальний. То есть вверх и правую сторону. Хочу еще больше списать. Вот так здесь. Еще больше списать здесь. То есть оставить всего лишь такой маленький, контрастный, ближайший к нам край. Здесь немножко налез, можно чуть-чуть царапнуть. Потом можно еще здесь немножко затемнить. Какой-то можно поставить намек вот здесь вот на крепление. У нас получается ручка не просто чудом каким-то держится. Вот здесь вот есть еще один изгиб этой же ручки. Он пошел уже вниз и над ним тоже вот такую засечку. Правый край, заметил, он больше списывается. Я его сейчас немножко втоплю туда. Пускай блестит только здесь. Слишком много блеска тоже не нужно. Угу. Тут, может быть, и не надо было убирать. Я сейчас смотрю, как раз тут можно чуть-чуть бликануть. Немножко. Не одинаковый блеск должен идти слева направо. Почему? Потому что форма округлая, цилиндрическая тоже. Больше всего бликовать будет в этом месте. Влево чуть-чуть гаснет, вправо тоже чуть-чуть гаснет. Я вот смотрю, может быть, даже вот этот край придется еще погасить. Угу. Что дальше? Так, вишенки. Возвращаемся к вишенкам. Просто увидел недочет этот на ручке. Перепрыгнул, пока не забыл. Сейчас опять к ним возвращаемся. Так, к вишням, в смысле, возвращаемся к вишенкам. Вот каждую проанализируем. Так, еще раз, вот к этой. Угу.
Ну, мне, например, вот нравится вот этот вот очень темный край. Вот здесь. Что значит мне нравится? Мне нравится, как он списывается с фоном. Вот что мне нравится. Я хочу сделать так же, чтобы больше внимания было сюда, на середину композиционную. А края, ну, такие вот практически потерянные должны быть. Вот. Здесь еще один темный рефлекс. Есть небольшой рефлекс тут снизу от ручки. Вот можно его так вот сейчас даже выбрать. Общее пятно заложили. Вот тут от ручки отражается свет на нашу вишню. И так вот его как раз выбираем. Так, внизу. Внизу еще одна. Ну вот этот белый. Не успел еще. Белый мы совсем убираем. Можно еще сделать ее посочнее. Чем ее сделать посочнее? Более темным цветом и тоном вишни. Так, вот здесь, вот здесь. Посочнее, блик будет ярче. Он будет больше играть. Вот этого я хочу сейчас ощущения добиться. Ну, как я говорил еще в самом начале, просматриваем теперь тона теней. Вот эти вот углубления между вишнями, куда даже рефлекс не попадает. Вот тут, например, я сейчас могу ориентироваться, какой у меня фон здесь, какой у меня тон фона здесь. И уже на этом основании я ставлю вот такие темные тона. Согласитесь, вначале, когда было все белое, было тяжело, даже психологически, поставить вот такую темную тень. Ну, скажем так, я бы побоялся. Я бы не рисковал, я бы ее такую не ставил. А вот сейчас самое время. Вот сейчас самое оно. Я уверен в том, что я делаю. Я сравниваю. Я это делаю не просто так, я сравниваю с фоном. То есть, если в фоне такие темные тона, то почему бы они не могли бы присутствовать и на наших фруктах, на наших предметах, на наших ягодках, чашках. Ну, в общем, в любом натюрморте, как, что бы мы ни писали, любые предметы. То есть тени, они могут перекликаться по тону. И несмотря на то, что фон у нас какой-то темный, абстрактный, вишни у нас красные, кружка вообще у нас металлическая, с жести такой. Тени, они, вот видите, как-то перекликаются. И тут темный, и тут темный, и тут темный. И это смотрится гармонично, это смотрится как-то нормально и логично. Так и должно быть. Так и должно быть. То есть, хоть тень на белом, хоть тень на черном, в тени она будет темной. Так. Сюда не хватает тени тут. Такая глубина, тоже темная, очень-очень темная. Здесь немножко темнее. Так, вот это вот одна у нас вишенка, такая простоватенькая, слишком светлая, что хочется. Ну, ее можно немножко завернуть, сделать чуть объемнее, усложнить. Можно вот здесь вот сделать потемнее. Чуть-чуть. Во-первых. Во-вторых, блик утоншить. Слишком он у нас простой. Так, мне это сейчас неудобно делать. Сейчас постараюсь. Вот так. Немножко тоньше сделаем.
серединка там должна быть еще немножко темнее, там вот углубление. Вот. Ну и здесь можно показать какой-то рефлекс. Вот видите, там есть рисунок такого блика. Ой, рефлекса, точнее, рефлекса. Вот можно как-то его попробовать выделить. Вот, ну, допустим. Можно еще так прерывать. Такой неоднородный блик где-то прерывается. Все. Вот, кстати, немножко не по плану у меня получилось так, что оставил сушиться фон. И натекло мне немножко вот на эту вишню. Ну вот даже не знаю, я и не против такого эффекта. Как-то исправлять даже не хочется. Можно немножко попробовать рефлексы порисовать. Но меня особо это и не смущает. Там как-то вот вдали так мягко, может быть, пускай и остается. Ну мягко я имею в виду силуэт. Силуэт так растекся. Меня этот эффект даже и устроил. Это получилось случайно, но он меня устроил. Не хочу ничего прям радикально менять. Дописывать, выписывать. Вот эта вишенка, как по мне, она жестковата. Вот смотрите, вот эта растеклась, она меня устраивает. Это... Нет, она меня не устраивает. Мне не нравится вот этот жесткий контур по краю. Там наоборот должно быть влияние фона. Ну и поэтому я хочу списать. Я хочу вот здесь сделать темнее рефлекс извне, из фона. Как раз заодно станет оно больше в среде. Будет не вырезано. Вот. Ну и можно вот здесь вот ее сделать немножко поконтрастнее. А то блик совсем незаметный. Можно ее сделать посочнее. Посочнее. Поконтрастнее, то есть поконтрастнее, чтобы больше заблестело. Знаете, у меня такая вполне себе свободная манера письма. Не хочу сейчас, не пишу лессировками, как вижу, так и пишу. Понимаю, какие будут вот при перекрытии цвета оставаться. Ну, конечно же, вот хочешь не хочешь, приходится иногда литеровать, иногда, может быть, рефлексы какие-то выбирать. Ну, вот и все, этого достаточно. Пытаюсь все равно сделать все как-то за один раз практически. Что-то, может быть, вот просто дописываю. Вот к этому не стоит относиться так всерьез, как к лессировкам. Я не лессирую. Стараюсь написать а-ля прима за один раз. Не все получается. Где-то получается, где-то нет. Где-то, вот видели, даже вроде бы фон заложил, ну посветлел, даже не знаю по какой причине, воды вроде бы даже и немного было. Ну вот в таких моментах, да, приходится дописывать. А так, конечно, стараюсь все сделать сразу. Скажем так, я за оптимизацию. Мои лессировки остались где-то давно в институте, наверное. Последний раз лессировал, наверное, на голове, наверное. Когда была живая натура. Я даже не помню, когда это было. Как-то по моему личному ощущению, конечно, живее, когда за один раз. То есть не как робот. Знаешь все, как получится, что будет. Вот сначала одна лессировка, вторая, третья. Наслоения какие-то сумасшедшие. Так, по моему ощущению, живее. Я не призываю, конечно же. Это вот лично мое видение. Ну, в смысле, не призываю всех писать тоже а-ля прима, всегда все за один раз пытаться сделать. Это, наверное, даже какая-то черта характера, может быть. Кто-то может долго сидеть, медитировать с этими лессировками. Кто-то не может. Кто-то любит кропотливую работу, кто-то не любит. Тут нету белого и черного. Так. Ну вот, может быть. Пока, да, даже и оставить можно будет. Так, с этими ребятами внизу.
Ну что еще хотелось бы? Вот эту я вот собирался больше списать, но у меня как-то не получилось. Хочу еще ее сделать темнее. Помните, я вот говорил, чтобы она сидела там вот, за этими. Вот впереди у нас светлые будут, сзади такая темная вишенка. Ну вот как-то, я считаю, не получилось. Я сейчас хочу еще сделать тень темнее, собственную, и еще сделать падающую, тоже темнее. Тут, вот если честно, мне даже цвет этой тени не волнует. Мне главное сделать ее потемнее. То есть, мне тон волнует. Какой-то нейтральный, не яркий, но главное темный. То есть, хочу вот тут я ее списать. В прямом смысле, видите, что я делаю? Чтобы она практически растеклась. Вот. Вот как-то так. Примерно. Ну и не нужен мне жесткий край тени. Тоже по аналогии вот чуть-чуть его спешу. Ну, допустим. Так, вот так больше нравится. По поводу рефлексов, ну, по желанию можно слегка выбрать. Чуть-чуть. Так, глянцевость показать. Тоже, как и в гранате уже говорил. Не переусердствовать, только не переусердствовать. Будут сиять рефлексы в тенях. Будут у нас и гранатики, и вишенки. Просто-напросто металлические. Что там слишком сияет у нас сзади. Немножко пригашу, чуть темнее. Сейчас уже будем приступать к веточкам. У нас сейчас веточки все одинаковые. А они у нас, в смысле на картинке у нас одинаковые, а в жизни, вот на нашем референсе, они в разных направлениях. Что-то вот туда от нас смотрит, что-то на нас выходит. Они вот какие-то изогнутые. И, соответственно, если форма меняется, то и тон должен по этой форме меняться. Аналогично. Веточка пропустили. Ну и что? Начнем с тех, которые попроще. Так, вот эти. Ну, какие-то по цвету они тоже у нас желто-зеленые. Очень-очень светлые. В принципе, это тоже какой-то цвет заложен. Я сейчас вот только чуть-чуть обогащу. Ничего радикально менять не буду. Просто немножко обогащу, добавлю. Чуть больше. Чуть светлее сделаю. Параллельно, если вижу где-то какую-то корявость, вот немножко можно заправить. Вот аккуратнее сделать. Чуть-чуть заправить, подзаправить. Тоже такие нюансы. Из обязательного уже ничего нету, обязательно делать ничего не надо. Так, по желанию. Если кто-то что-то видит, можно чуть доправить. Вот это, которое сзади стоит, видите, она вот так вот изгибается. И получается, что серединка у нее светлая, какая-то желто-зеленая. А верх и низ темнеют, то есть отворачивается от цвета. Вот сюда она должна почти пропадать. Ну а наверх тоже там можно какую-то верхушечку такую с коричневинкой поставить, красно-коричневую. Точно такой же можно и здесь поставить. Так, вот эта веточка у нас что-то сильно корявенькая получилась. Я ее просто немножко подровнять хочу. Ну, по сути, а бы каким цветом, главное, темным тоном. Таким вот я даже это делаю все почти одинаковым. Таким бордовым, проплаченным. Все равно все сольется, все равно там видно не будет.
Где какая граница? Где что? Эти. Вот, здесь у нас прям даже такая темная веточка пошла. На ней даже есть тень. То есть не забываем, что веточки – это маленькие цилиндры. На них тоже могут быть и света, и еще тени. Вот эта ветка так отвернулась, и вот сюда пришла. Что надо? Надо оставить светлый край, верхушку светлого, и немножко ее вот сюда темнить, чтобы она отворачивалась. Вот, тогда живее будет, тогда они будут объемнее. Угу. Здесь еще темный рефлекс, вот видите, не в попад. Заметил такой рефлекс, он мне понравился. Когда пишешь, ты на этого не замечаешь, потом уже при возвращении что-то там вылезло. Вроде бы взялся за веточки, но вот увидел рефлексы. Угу. Вот, пускай будет. Вот здесь еще такой симпатичный рефлексик можно. Так этого его поконтрастнее сделать. А вот здесь. Здесь, да. Вот видите, я жесткий. Вот здесь жесткий такой край сделал. В принципе, как, ну, как и на натуре. Вот, ну и так можно тоже его подсечь. Более контрастным, таким темным. Краплаком. Угу. Все равно, я считаю, это за один раз написано. Эта работа сделана за один раз. Ну, то есть, то, что я сейчас немножко еще влажу, дописываю, но это все-таки, ну, детали. Все равно как-то вот общее настроение, считаю, за один раз получилось передать, заложить. Так, теперь вот смотрю, эти как-то ребята отстают от этих в плане рефлексов. Эти вот получились такие одинаковые, матовые. Хочется немножко добавить рефлексов. Ну, то есть, вот сюда чего-то светлого ввести. Вы знаете, вот раньше они мне, может быть, и устраивали. Сейчас смотрю на эти. Эти похорошали, эти стали лучше, немножко объемнее. Хочется и сюда тоже рефлексы ввести. Да хоть даже от себя. Я смотрю на фотографии. Вот здесь вот какой-то есть прямоугольный, что ли, рефлекс. Ну, сюда он, конечно, не пойдет. А хочется. А в рефлексах, в принципе, ввести хочется. Поэтому я импровизирую. Я их делаю сам. Это несложно. Я вот, например, сюда введу рефлекс. Ну, то есть, мне не нравится они материально. Мне не нравится то, как они написаны. Если здесь есть какие-то и блики, и рефлексы, оно как-то уже живее. Там холодные рефлексы. Блики почти белые. Вот, то эти, ну, такие, какие-то красные пирожки одинаковые. Хочется их немножечко оживить. Вот, собственно, чем я сейчас и занимаюсь. Какой-то рефлекс сюда. Может быть, ну, это вот уже на свое ощущение делаю. Может быть, сюда какой-то рефлекс. Я не знаю, что это. Это может быть и отраженный свет вот от стола, например. Вот. Просто не хочется равномерности такой. Слишком все как-то ровно, благополучно. Хочется вот оживить чуть-чуть. Вот и холодного туда ввести. И немножко вот высветлить. Глянцевость их показать. Вот глянцевость. Все. Вот что мне хотелось бы. Даже, может быть, вот благодаря вот этой вот еще вишенке. Сейчас я сделаю еще потемнее. Такой вот краплак. Какой-то один блик, один маленький рефлекс. Он, кстати, не похож. Можно его немножко больше сделать, увеличить. Ну, по идее, будет уже понятно, что это не блик слева от
от блика нашего контрастного, а рефлекс. Угу. Такой сейчас совершенно декоративный прием использую. Хочу сейчас эту вишню вот так вот темным обвести. Вроде собирался ее списать, но что-то мне не понравилось. Думал, будет хорошо, сейчас не нравится. Вот сейчас я хочу наоборот немножечко засилуэтить. Ну а как я ее могу засилуэтить? Тут по смыслу должна быть тень. Темная на темном, оно не смотрится. Вот просто делаю, даю такой более темный. Еще более темный. Так, вот эта слишком одинаковая веточка, не нравится. Хочу ее слегка зазеленить и затемнить. Вот эту вот. Вот это, во-первых, уберу, чтобы не мешало воспринимать. Вот эту часть я ее оставляю. Это немножко списываю и темню. И вот немножечко убираю ровную такую вот палочку, которая на нас смотрит. И немножко ее вот так вот под углом ввожу. Так, что еще? Вот одна ветка. Ну, можно вот здесь вот тень на ней положить. Тоже почему бы и нет. Ну, и здесь где-то ее потемнее сделать. Я так понимаю, это и есть тень собственная. Здесь вот есть тень. Что здесь? Немножко еще можно вернуться к ручке. Вот чуть-чуть здесь затемнить, списать. Ну, потому что все-таки блестит по периметру, она не одинакова. Вот здесь немножко блик гашу. Я его гашу, то есть сделаю темнее. Сюда и вместе с, вот, с такой степлинкой какой-то, это рефлекс у меня от вишни. Получается, я сейчас вот так вслух разговариваю, собственно, вот как я думаю, все излагаю. То есть, вот как я заканчиваю? Да, вот так вот заканчиваю. Смотрю каждый предмет по периметру, где жестко, где мягко, где лучше еще списать. И вот так по чуть-чуть дома-дома довожу. Там увидел. Так. Перетемнил. Опять заговорился, вот здесь вот чуть-чуть перетемнил. Вот немножко светлее хочу. Здесь темнее. Вот здесь вот можно убирать. Это все мелочь. Она там, по идее, в тени. Ее и видно быть не должно. Вот сейчас увидел какой-то продолговатый рефлекс тени. Такой легкий-легкий, но он есть. Вот можно попробовать его вот так вот еще выбрать. Только смотрите, это рефлекс, он должен быть темнее, чем свет. Выбираем, но очень-очень аккуратно и очень деликатно. Чтобы он по тону не начал сюда попадать в свет. Ой, я вот смотрю сейчас. Все, наверное, можно уже заканчивать. Если какие-то детали, можно в процессе еще до. Дома доводить. Можно сейчас отдохнуть, посмотреть на свою картинку, что получилось. Может быть, глаз уже замылился. И потом, если что-то там не устраивает, можно закончить, можно досмотреть. Но так, по большому счету, то уже, я считаю, что уже мы
Работу проделали. Уже цельность есть.